Мало кто сомневался в победе «Спартака». Однако надо было сделать скидку на то, что в составе чемпиона не было целой группы основных игроков. В первом тайме игра шла с переменным успехом, и где-то даже автозаводцы действовали острее. Теперь «Спартак» идет вперед. На игре побывал бывший тренер «Торпедо» Валентин Казьмич Иванов. Вероятно, соскучился по игре своего родного клуба. И все-таки «Спартак» сумел склонить чашу весов на свою сторону. Великолепный подарок преподнес своим поклонникам «Бесчастных». 1-0. После перерыва пошла спокойная игра, которая устраивала чемпиона. Если бы поточнее бил цимбаларь, то «Спартак» уже праздновал победу. Но неожиданный взрыв в действиях автозаводцев, и Чугайнов восстановил равновесие. Вот тут уж спартаковцы не на шутку рассердились. И обороне «Торпедо» пришлось собрать все свои силы в кулак. Один момент следует за другим. И все-таки защитники «Торпедо» выстояли. Ничья 1-1.